Вот два казана у нас. Два разных плов готовятся. Есть самаркандский плов, есть вот маргиланский там. В этих казанах больше 50 килограммов плова. Только для того, чтобы нарезать морковь, мужчинам понадобилось несколько часов. К фестивалю национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» все участники подходят серьезно. Попав сюда, можно узнать об особенностях культуры разных народов. На нулевом километре развернулась целая национальная деревня – 19 жилищ. Армяне, белорусы, узбеки, казахи, грузины, немцы и не только. Это идентификация своеобразная меня как представителя этого народа. Я горжусь своими корнями, своей семьей, своей историей семьи. Наши предки сюда приехали на Алтай. Мы поляки сибирские, как это, русские поляки, да. Это у нас когда-то там, ну вот корни, да, действительно, вот пани Ольга сказала, да. И поэтому вот мы как-то вот интересуемся этим. Может быть, кровь зовет, зов крови. Традиционные костюмы, мастер-классы, танцы и, конечно же, многонациональная кухня. От бишбармака до чурчхела. Все эти люди не только хранят свои традиции, но и делятся ими с другими. Не зря Барнаул считается многонациональным городом. Каждый из нас слышит и понимает о том, что необходимо сохранять национальную традиционную культуру. Одно дело, когда мы с вами разрабатываем концепцию сохранения и принимаем стратегические документы. А это вот то реальное воплощение в жизнь, которое мы с вами видим. Я думаю, для каждого народа очень важно показать свою особенность, свою культуру. Добавим, что это уже 22-й по счету праздник национальных культур в Барнауле. Как считают сами участники, фестиваль помогает лучше понимать друг друга, несмотря на разный язык и культуру. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.